повибрирует под этим взглядом. Так, здесь первый критический, Абдель-Азиз. Да. Он умеет, подсказывает. Кто больше, как говорится. Еще один переходящий. Абдель-Азиз. Эх, Голубев правильно располагался, да, но он, такая конечно, сильная атака. Так, 15-12. Нидерланды впереди. Еще одна подача голландская. Опять очень сильно. И опять пока вылет. Ничего не можем с этим только поделать. Дмитрий Мусорский. Что-то подсказывает Игорю Кобзарю. Взгляд со стороны. Ну надо же. Еще один. Третий подряд эйс. Два перерыва. Хорошо. 17-12. Просто фантастика. Даже не успели какая-то посмотреть, куда мяч пролетел. Да, потрясающая стабильность. 18-12 плюс 6 у Нидерландов. И это тоже здорово. И да, это шанс для атаки голландской. И он сам еще атакует. И он сам еще и забивает, и он продолжит подавать. Да, теперь только основная задача — довести до него мяч. И удача должна быть на стороне российской команды. Вот. Вот, вот, есть прием, но надо забивать. Максим Михайлов. Пока не получается, Абдель-Азиз. И не попадает. Не попадает. Сетка сам, тут, да, сам сетка перевел. Немножко смягчила, и дальше мяч в аут пошел. Ну что ж, 13-19, не то чтобы приличный отрыв он сделал, а практически партию выиграл.